После ремонта улицы дом не подключили к городской канализации. Жители генерала Цветаева 58 жалуются на проблемы с водоотводом. Из-за этого их дома разрушаются, а вонь в квартирах невыносима. Во дворе образовался большой провал. Детальнее смотрите в следующем сюжете. Мама, уезжай. Вы еще не уехали? Я говорю, мне я не могу уехать, потому что здесь война каждый день. Ну да. Здесь война каждый день. Вот такой провал в рождественскую ночь Светлана Колесник обнаружила у себя на кухне. Уверена, все из-за проблем с канализацией. Обратила внимание, что у меня просто покосилась мойка. И когда муж убрал эту мойку, увидели, что там образовался провал. Провал, наверное, 4 метра. То есть это подмыло половину вот квартиры, половину кухни. Ну, это такая тяжелая крыша, и я еще не знаю, как у соседки там. Ну, жить в таких маргинальных условиях просто невозможно. Это отсутствие канализации, это просто какой-то кошмар. 21 век, а мы вот живем в таких условиях. Это же недопустимо. После ремонта центрального коллектора на улице генерала Цветаева дом просто не подключили к городской канализации, говорят местные. Все стоки собирались во дворе и шли под квартиры. Колодец этот разрушенный, оно все забивалось, на куске трубы стоит дом, который тоже труба дырявая, все текло под квартиры. Ну и никого это не интересует, никто не хочет этим заниматься. Хотят быстренько поставить здесь вначале трубу, чтобы врезать нас в люк, в который мы не были врезаны. И как бы на этом закончить. С понтом мы всегда были подключены в него. А так как летом делали ремонт и полгода мы, грубо говоря, под квартиры ходили в туалет, об этом все замалчивают. Сейчас у нас под квартирами просто озеро из сточных вод. Это экологическая катастрофа. Этим дышали наши дети. У нас сырости в квартире. Люди доведены до отчаяния. Люди доведены до такого отчаяния, что готовы просто выходить, перекрывать движение, стоять просто насмерть. 20 декабря во дворе провалился асфальт и образовалась дыра. Местные вызвали водоканал. Ремонтная бригада начала работать на улице, а не во дворе. Мы им задаем вопрос, а как же у нас во дворе? У нас здесь коллапс творится. Завели, 3 дня они что-то тут мурыжили, ходят, смотрят. И все равно дали. Давят на то, что им надо сделать на улице, но не у нас, во дворе. Мы потребовали сегодня нарядку ихнюю, бумагу. И у них даже в этой нарядке написано о том, что у них должны работы проводиться не во дворе, а на улице. Впрочем, местные все же добились начала ремонта на своей территории. Мы вызвали полицию, написали на них заявление, жалобу о том, что мы не разрешаем проводить. Нас не устраивает эта глубина 2 метра. У нас колодец вот этот крайний, как минимум 2,600, 2,60, 2,70 у него. А они нам 2 метра яму выкопали и хотели переподключиться. А я их спрашиваю, хорошо, ребята, говорю, а нижняя труба, которая внизу нашей канализационной, она же будет дальше подмывать там. Она даже до вашего верха трубы новой не будет проходить. На что они разводят опять руками. Вот сейчас они, знаете как, торгуются с нами. Они приезжают, настаивают на своих работах. Мы не даем им делать то, что они хотят делать, считая это неправильным, считая, что они просто оставляют нас с нашими проблемами наедине. И мы потом, знаете как, люди уже не верят никому. Ну и вот так торгуются. Приезжают, потом уезжают, немножко работают. Вот они с утра приехали, откопали, ушли. Их нет. Через несколько дней ситуация кардинально не изменилась, говорят люди. Рабочие положили всего 8 метров трубы. Да и всю канализацию менять никто не собирается. Только участок, где произошел провал, жалуются местные жители. Елизавета Митько, Алексей Филиппов, 7 канал.